Городской сад, который появился на карте областного центра не так давно, уже успел обрести особую популярность среди брестчан. Этот уютный и красивый уголок природы притягивает своим спокойствием и величием. Особый шарм этому месту добавляют именные лавочки, выполненные в одном стиле, сделанные из металла и дерева. И главная особенность – таблички с добрыми пожеланиями или посланиями. Слоган «С уверенностью в будущее» появился накануне. Скамейка от работников Брестской областной нотариальной палаты стала еще одним украшением городского сада. Участие в акции приурочено к 25-летию со дня образования Белорусской нотариальной палаты, ну и, конечно, к тысячелетию нашего любимого города Бреста. Поскольку главной задачей нотариата является защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, то нашим слоганом является «С уверенностью в будущее». Любой гражданин или юридическое лицо, которое обратится к нотариусу, вправе рассчитывать на грамотную консультацию и квалифицированную юридическую помощь. И без этой помощи не будет оставлен никто. Новая лавочка расположилась прямо возле входа в городской сад. Нотариусы Брестского нотариального округа надеются, что она станет отличным местом для отдыха. Ведь именно здесь бурлящая жизнь города граничит с тихой зеленой гаванью. Мы рады, что у нас появилась возможность сделать наш город более красивым и комфортным. Надеемся, что это место для жителей города будет любимым, куда они будут приходить с радостью, гулять со своими детьми и внуками. Пускай наш город растет, развивается, и надеемся, что в сердце каждого жителя он займет особое место. Мы бы хотели, чтобы эта скамеечка стала своего рода талисманом желаний, чтобы независимо от возраста, мало ли стар, молод или человек в возрасте, мог посидеть на ней, почитать газету, возможно, кто-то бы признался в любви своей девушке. А вообще мне бы хотелось бы, чтобы на этой скамеечке исполнялись самые заветные мечты любого человека. Возможно, эта лавочка и правда станет началом чьей-то счастливой истории, ведь устанавливали ее с добрыми пожеланиями. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК ТВ.